Так, по поводу раскачки навыков на друида. Так. Я вот так раскачался. Хил 5, корни 5. По... если вы качаетесь на 13 уровень, вот это 4, хил 5. То есть всегда 4 должно быть. Всегда под причиной. Вот читайте. Корни растения оплетают противника и некоторое время удерживают его на месте. При развитии навыки до, подчеркиваю, до 4 уровня и выше, противнику блокируют возможность использовать навыки. Вот корни. По реликвиям. Сюда я поставил вот такую. Увеличить урон от навыка на 12%. И такую. Еще, я еще реликвиями не занимался конкретно. Шансом 5% применяет отрицательный эффект оглушения. Но не срабатывает, но раз в месяц иногда бывает. По хилу. Шансом 20% применения на союзника восстанавливает здоровье персонажа в том же объеме, что и здоровье союзника. То есть хорошая вещь. Здесь 3 поставил. Уменьшает расход энергии на 40. Шансом 20. Вот это, кстати, обязательно. Магия сна. И волшебные реликвии притеснения. На корни. Шансом 20% снимает один из положительных эффектов от навыков. Как-то так. Рой. Увеличит урон от навыка 12%. Кстати, нужная вещь. И шансом 15% применять случайно 13 отрицательный эффект. Примерно так. Вроде все показал. Как правильно раскачиваться. По одежде. Здесь перекрафт. И здесь перекрафт. И здесь перекрафт. Чтобы было здоровье. Вот примерно так. Полностью в КД качаетесь. Ну это у кого как, кто как хочет. Я в КД качался. Видите, примерно так. По одежке на начальный этап. Что скажу? На началку. Питер где-то аренит, что ли? Нормёнка 3-3. Так, да, по одежде можно еще вот это одеть. По идее, можно вообще фул, но здоровье будет маленько поменьше немного. Фул сет имеется в виду вот такой. Но можно еще вот такой сделать, смотрите. Тоже, кстати, неплохой вариант. Я об этом, кстати, подумываю. Вот. Перезарядка навыком, который увеличивать будет. Ноги, получается, и руки. Но здоровье, кстати, упадет, сразу говорю. В общем, все рассказал.